Так. Герои. Сука, надо фастом призвать. Не чита героям Альянса Тирион. Все знают, что тут делать, да? Ну, просто бить босса. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Просто убиваем этого дурака. Дали бог, нет? Красава. Туда. Туда красава. Правого бьем. Бля, че так мы дамажим? Вот, сильно. Давайте герб ставим. Отходим, видите? Вот, ну, иди по рейду, беги, если там зеленый есть. Вот, иди уже беги, иди. Пошли другого бить. Сейчас мы этого дурака убьем. Там будет проверка на скилл. Надо будет... Километр еще видите его. А, видал топ ДПС? Здорово. Он бегал далеко. Сражайтесь, вы хотите быть героями. Сука, сейчас же перегонишь. Не достаю слишком далеко. Разлил лужу, смотри, его дамажит. Ну. Ух ты. Напоминаю. Я ж бежал в сторону. Бежать надо в сторону, не на босса, как вы делали. Блять, два гуся. Два нуба, блядь. Все, можешь перегонять меня. И какие вам ДФБ, блядь? А я не гусь. Блядь, блядь. 10 опций, да? Лям остался. Блять, а лужу на щите разбил, смотри, на Аликовском. Вам маленький. Смотри, сейчас если кто-то умрет, то тут будет статус гусяк автоматически, смотри. Да. Смотри, ничего себе. Он маленький, и понятно, куда бежит. А большой непонятно, да? Не. Так, что тут выпало? Что-то ничего не выпало. Нифига полезного. Давайте, резать его. Пылим на пили. Давай бы себя резать, запускаю сразу, чтобы не долго. Сейчас великий чернокнижник Ирод Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Как думаете, что сегодня герой, не? Написал уже КДП вечно. Все время будет позволять. Надо еще что там какого-то ну поебень сделать. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я кончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению!
трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Мастер, ты покорен мне, демон! Тут, короче, все очень просто. Два приста диспелят, два шамана диспелят, шаман диспелишь, мага нету. Обязательно диспелите. С него стаки. По два раза, по три должны тыкнуть, потому что 10 стаков. Отойдите милики пока что. Прежде, чем он откроет портал в свое темное царство. Богатую голову увидел. Перед вами Джараксус, эритарский повелитель Пылающего Легиона. Кикай его. Так. Блин, она меня перегнала. Нет, а, нет, это же на мизик. Кто смеет беспечно играть с не свалят мне тапки, по-моему, на там. К счастью, вы победили демона. И теперь ваш... Шея вообще прикольная. Чем могу быть полезен? Всего хорошего. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Аванкарда. Все звезды отошли в центр. Вы заслужите достойную награду. Сейчас какие-то дураки вылезут, их надо будет убить. Они пытались нас. Не знаю, какая там ротация, но надо будет контролить, короче, как ПВП бегать. Тирион, можно еще тринки одеть, медальон орды. Сражаться вместо твоих рыцарей. Тогда вообще... Вместо Талика? Да. Хорошо. Если тебя законтролят и некому будут снять. Короче, Лина Филипец, Мас Диспел с вас порейду. Мас Диспел, значит, Баблу, Геры, все это дерьмо. Вот кучу Диспел кидаете. Фиры по КД, Фиры по КД. Значит, Фир первый, Филипец второй, Зулдрина. Даете по очереди, они вместе, блядь. Так, лучше будет. Вуди, значит, контролишь бревно. Месяц. Значит, блядь. Ставься метка. Так, кто там? Шакала держит поклонский. Так, рогу будем сливать. Кто там еще? Антар какой-то. Ну, кто это? Жрец. Чинокнижница. Блять, что делать? Бельнор паладин. Короче, Эника держишь. Нет, давай, поклонский держишь. Поклонский держишь рогу. Аковы, таун, ты все это сам знаешь. Эника держишь вара, шакала, квадрат. Мы все начнем бить лока. Это звезда. Вот, после лока будем бить. Блять, кто они там? После лока будем бить. Не знаю. Будем бить, наверное, жреца. Он самый лоу хпшный. Ромбик. Нет, кружок. После жреца будем бить ромбик. А потом бревно, и потом два этих петуха. Все, чек на пол. Значит, Фиры, как говорил, контроли. Я притяну звезду сейчас в рейд. И начнем его бить. Поклонский и Энника побежали туда. Теперь бьем кружок все. Давайте все в кружок. Он сжигает ману. Теперь бьем месяц. А, нет. Ну давайте месяц.
убивайте вместе. Отходите от крестика. Так, теперь бьем. Хватит ротик. Давайте все ромбик. Там крестик решили забить. Добивайте тогда крестик или что-то делать. Потом ромбик, потом квадрат. Все, квадрат, иди к нам, давай добиваем. Этого дурака. Прошумки тыжцы не успели, блин. За соком их залили. Да почти начали. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобных? На кого? Пали великие воины. И ради чего? Короче, к воротам отходим. Опасность еще впереди. Ее, ну, не знаю, я бы не стал на танк ходить. Нет, это херовая фигня, это ТП. Вы сможете пройти последнее испытание. Топовый там с Игниса и с 50-ки с Йога. Все берем черную воронку, японский, правую танчик, правую бьем, левую танчик, Теника берет белую воронку. Тут все все знают. Так. Надо будет... Еще полторы минуты КД прожимать. Да. Надо будет не забыть... Попробую без роста убить. Надо будет не забыть, короче... А, ну ладно. Фишка в чем? Поставишь, значит, босса в звезду примерно. Вот так, чтобы мы были рядом с белой воронкой и успели сменить цвет, когда скажу. Танки, давайте, начинайте. Тут лавапнуться вообще невозможно. Алло. Ближе к белой подбеги. Поклонский, ты тут? Забери эту пину. Власть, власть. Власть, власть. Я уже не знаю, о чем беспокоиться. Так, спецспособность секунда, приготовились, скажу, если что менять. Меняем, берем белую, усевали. Оттуда ушли, там воронка будет. Ушли в звезду. Он кого-то убил, да? Еще на профе такой прикол бывает. Влад, забываю сменить. Бьем эту дуру. Тапки, сука. Есть тапки? Ух, сука, никто не трогайте тапки эти. Блядь. ГЦ Войд. Это тебе на БДК? На ДФБ? Да. Офигеть. Брат, а мне нифига не упало, блин. Тут позавесь рейд, офигенно. Так, и вроде бы с Ануба идет топор, там, короче, на БДК бисовый, там, моркош какой-то, там, разрушитель. Запустите этого дурака, или я сейчас сам запущу. Объятие вампира выключать, да? Почему? Тебя просто не будет хватать. Сама себя захиливаешь и группу еще немножко. Окей. Не надо выключать, зачем? Ну это, ну, себе в минус только, зачем так делать? Ну тут хилы вы знаете, значит, лимон знаешь, танков. Вы проявили себя как бесстрашный герой серебряного аванта. Другим ход и шлейф послабее, типа, на 30-40% держим. Ну или где? А, Филипец, а ты это, триньку-то поменяй, братиш. А, да, точно. Тут-то я смотрю, с ДПСом не то. Угу, я ж тоже смотрю. Шо, у меня 17, у тебя 16. Сложи ледяную скорбь, и я...
Попробуем без зарывания, значит, сейчас бурстиску отдадим, и, короче, процентов на 50, наверное, дадим веру. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Ну, может, не надо? Не-не, нормально. Души твоих павших. Там мы, типа, и так справимся, не надо геру на 50%. Смотри, не знаю, все летают, что за фото. Да я не хочу зарывания просто. Да, все будет хорошо, у нас очень хороший ДПС. Значит, жуков подводишь под босса, там мы дадим АОЕ в них и убьем. 20 секунд КД этого прожимок. Стой. Не ограничу, не надо. Тихо, спокойно. Какие 20 секунд? Короче, человек на пул. Нет, не готов. Еще не готов. Люблю прожимки. Все, пуляй. Давай, пуляй. Пул ДД, бурсты отдаем. Перед звездой жуков. Игры. Жуков сюда. Гера 20 секунд убиваем. Послабее, хитим, послабее. Поменьше, Рей, поменьше. Меньше половины, 30-40. Издеваешься. Yes. Да блин, я не знаю, ты что, на мобов еще доты весь вырвала? Нет. Просто ты ракушка. Блять, нету Маркоша этого ебучего. Ребят, у кого, кому не нужны вот эти вот трофеи, пожалуйста, приму в качестве там. Кому не нужен волк, приму волка. В качестве дара, да? Я вообще могу купить их. Так, плащный танк у меня есть. Волк не надо, сферу пароля. Все, на ИП кто-то будет. Это мы вообще выпил. О, волк! Кто-то будет перезаходить на ИП, прием. Сейчас 250. ГЦ с волком. 50-й маунт. Сосунок. Ой, я хотела на. Ну ладно. Да пофиг. Перебрось. Да пофиг.